Сегодня особенный день. Сергею Сергеевичу Куликову исполняется не буду говорить сколько лет. Пупсик, рассаживайся поудобнее, мы начинаем. Golden People APL – день рождения президента и основателя компании. Сергей Куликов традиционно празднует этот день в кругу избранных партнеров. Стать участником этого события – значит попасть в ближайшее окружение президентской семьи. Стать участником этого события – значит выделиться не просто в компании, но и в целом в сетевой индустрии. Стать участником этого события – значит выйти на совершенно новый уровень мышления. Впрочем, лидеры APL расскажут вам сами, что значит быть на Golden People. Когда Сергей Сергеевич позвонил и пригласил меня на день рождения, я уже тогда с мурашками на коже радовалась и представляла себе это событие. Это всегда что-то такое изысканное. Ты чувствуешь себя избранным, особенно сейчас. Смотрите, мурашки по коже. Я была такая счастливая, когда он мне позвонил. Это вообще шикарное место, шикарное мероприятие. Это для меня большое удовольствие, не только большая честь, уже и ответственность. Как только мы перешагнули порог этого отеля, все усыпано розами. Выходишь сразу с балкона, сразу же у нас бассейн. Все с самого высшего уровня, это чувствуется, конечно, обязательно. Нужно к этому стремиться, нужно попадать в окружение президента, чтобы быть избранным. Я благодарна президенту за все, что я имею в этой жизни. В этом году празднование дня рождения президента проходило в Таиланде. Отель для проживания действительно был выбран самый роскошный. Сегодня мы находимся в одном из самых шикарных отелей острова Пхукет. GW Marriott Spa отель Research. Здесь очень шикарная, красивая территория и очень богатая. Настолько территория продуманная, нам очень понравилось, классно. Компания APL действительно возможно в лучших местах отдыхать, проводить время в кругу друзей, как в раю. В самых лучших отелях мира. Я достойна такого отеля, я достойна такого мероприятия. Я понимаю, что я выросла, уровень у меня сознания совсем другой. И я меняюсь, я становлюсь лучшей версией себя, я достойна. Доказать, что каждый партнер APL достоин чего-то большего, именно такую цель поставила компания в год аплодисментов. И на Golden People лидеры ощутили это особенно. Не будем лукавить, один звонок президента для каждого гостя события значил уже очень много. Каждый раз, когда Сергей Сергеевич приглашает на день рождения, ты находишься в таком ожидании и думаешь, пригласит или не пригласит. И когда раздается звонок, я вижу Сергея Сергеевича Куликова, внутри просто все клокочет. Я до сих пор не верю, когда мне звонил Сергей Сергеевич, меня красили волосы. Я думала, отключу телефон. Слава Богу, я не отключила телефон. Это очень дорогой салон, и все красятся, и звонит Сергей Сергеевич. Я говорю, прекратите, такой человек звонит, выключите фен. И все стали слушать. Я сказала, вы мне красите, ставите я громкий свет. И все слушали, как он со мной говорит. И потом подходит, Тамара, вам кофе, чай, шоколад, что-нибудь принеси, где вы работаете? Я была такой в шоке, я этот день никогда не забуду. Сказал, что он хочет наконец-то со мной познакомиться, кто я такая. Упрямая. Я никогда его не видел. Первый раз с ним сегодня вечером буду встречаться. Счастлив сегодня отпраздновать свой такой маленький 35-летний день рождения в кругу избранных, в кругу дорогих мне партнеров, настоящих лидеров и тех самых людей, кому весь год и всю оставшуюся жизнь буду звучать самые бурные, несмолкающие аплодисменты, потому что вы этого достойны. Вы лучшие, я люблю вас, я ценю каждого из вас. Я об этом мечтала, как только я пришла в компанию в сентябре 2020 года. Это было моей целью. Я знала, что я попаду на Golden People. Это просто вот словами выразить невозможно. Это роскошь, это изобилие, это
находиться в окружении миллионеров нашего президента Сергея Куликова. Я счастлива тем, что мы встретились. И Белый я. Дорогие гости, дорогие ярчайшие представители звезды удивительного, лучшего из лучших клубов во всем мире. Я открываю Golden People! Как всегда, очень интересно. По полной программе. Признание, подарки. Конечно же, с оригинальным ведущим. Очень весело. Сергей Сергеевич может делать праздники. Мы сегодня вошли на 100% в окружение президента. Это вдохновляет. Это что-то необыкновенное. Это, знаете, какое-то море чувств, которое у меня внутри. Это наполнено любовью, вниманием, заботой, каким-то драйвом, куражом. И вот это просто необыкновенное состояние. Я получила значок с его логотипом, с бриллиантом, настоящее золото. И вы знаете, он очень замечательный человек. И я горжусь тем, что я нахожусь в его окружении. Я его люблю. Я с ним. Команда, компания, EPL. Я вас люблю. Я люблю своих партнеров. Я люблю свою команду. Я люблю компанию EPL. Быть на Golden People, помимо признания и возможности общаться с президентом, значит еще и получать ценные подарки на свой день рождения. Первым именинником из приближенных в этом году стала Людмила Дерягина. Часики, бьюти! Кварцевые высокоточные часы, водонепроницаемые, позолоченные, корпус инкрустирован по кругу 48 стразами. А главное, на их циферблате логотип любимого косметического бренда «Бьюти». Именно такие часы в течение года на свой день рождения получит каждая женщина, которая сегодня присутствует на празднике в честь 35-летия президента компании. Мужчин тоже ждет свой особенный подарок, но пусть это останется для них сюрпризом. Это взрыв эмоций, чувств, любви. И это все в одном. И здесь, в Таиланде, на острове Пхукет. И это мега-мега круто, потому что такого нет нигде, ни у кого, потому что мы на дне рождения у президента. И это круто. И я знаю, что в окружении Сергея Сергеевича всегда будет все самое лучшее, необычное, драйвовое, неповторимое богатство, роскошь, изысканные блюда. Сегодня невероятно вкусные блюда, которые я кушаю первый раз. На этот ужин из Италии прилетел шеф-повар, чтобы удивить гостей своим фирменным филе из говядины вагю на картофельном муслине с коржом из пармезана под зимним черным трюфельным соусом. Ужин получился изысканным. Каждая перемена блюд восхищала гостей. Здесь самые достойные партнеры, которые проделали нелегкий путь, чтобы оказаться здесь. И поздравить меня лично. Я это ценю и никогда не забуду. Как всегда, партнеры ломали голову, что же мне подарить, но на самом деле для меня самое важное – это их внимание, их участие, то, что они рядом со мной и решили поздравить меня лично и войти в мое ближайшее окружение. Это знаменательная дата и всегда приносит такое огромное количество эмоций. Ну, единственное, что нас напрягает, это когда Сергей Сергеевич говорит: у меня есть для вас сюрприз. Наконец-то мы увидели Маугли. Настоящего Маугли, ребята, я только можно увидеть в Таиланде. Опять-таки путешествие с компанией EPL. Именно она открывает такой мир с загадками, да, сказочный мир. И мы оказались именно в сказке вместе с Маугли. Ну еще больше мне понравился принцип жизни здесь в Таиланде. Сабай-сабай. Это как раз то, чем занимаются партнеры компании EPL.
Вот так, да? Балдеют от этого бизнеса. Сабай-сабай. Наслаждайся, никуда не спеши и кайфуй от жизни. Ведь впереди день полный приключений. Начнем с катания на слонах. Нам казалось, что он маленький у нас. Мы такие большие станем. И он показался нам таким маленьким. Мы говорим, у нас самый маленький слон. Кричим там. Олег Тимофеев говорит, нет, наш самый маленький. Мы смотрим, у него такой огромный слон. О, наверное, пятитонник. Ну, в общем, шикарно, шикарно. Телевизоры! Мама, скажи что-нибудь. Я скажу, что было классно. Супер. Просто впечатление зашкаливает. Во-первых, нам попался самый маленький слон, который весит 5 тонн. Мы-то думали, что мы маленькие, а мы оказались самые большие, и он нас вез перевалами. Мы начали от страха петь, а слоны не любят, когда поют. Они стали собираться в кучу и плакать. От чего? От того, что мы так красиво пели. Жаль, но было круто. Это просто классно. Нам понравилось. Мы попали совершенно в волшебное место. Здесь ходят слоны, и они такие умные, им что-то говорят, и они слушают. Но самое главное, когда сели на слона верхом, он такой теплый, он какой-то такой ласковый. И вот трогаешь вот эту кожу, так интересно. Мы кормим слона! Кормим бананами, слонов кормим. Ну, такого мы еще не видели. Это прелесть такая. Ой, какой он жадный. Смотри, какие они хорошие. Возьми ямочка. На. Они нас катали. Ну, такого Умные. Еще не было в Golden People. А знаете, чего еще никогда не было на Golden People? Слоновьего спа. Искупались вместе со слонихой. Ее зовут Кристина. У нее потрясающие черные загнутые реснички. И она такая... послушная, то есть я ей стала на ногу, залезла на спинку, подержалась, погладила. Внутри переполняют чувства какие-то, счастье какого-то необычайного чего-то, какой-то сказки. Мы еще никогда в жизни такого не испытывали, чтобы купаться или фотографироваться на слонах в воде. А самое интересное, что слон сам тебя еще обрызгивает, освежает. Вот такое ощущение, он такой большой, но в то же время он такой милый. Я его раньше видел только в свободном хождении в Кении, да, а тут приблизиться к нему действительно настолько близко, получить контакт, потрогать, действительно милый, почти домашнее животное. Слона могу описать. А то, что вот там бегает... А мы его еще не трогали, да? Я боюсь к нему приближаться. Он поднимает настроение, это классно, потому что он такой артистичный, он такой спортивный, он такой вообще эмоциональный, и это незабываемое впечатление, потому что я думаю, что именно с ним будут связаны ассоциации здесь, в Таиланде, именно катание на слонах и вот это вот чудо природы. Сумасшедший. Или чудо из природы. Обезбашенный на всю голову. Кто ты? О, Маугли! Маугли! Что ты делаешь сегодня здесь? Я просто делаю. Кушать, Маугли, кушать. Маугли, надолбался. А теперь хочется задать Алексею Малинину вопрос. Как тебе самому свой сегодняшний образ? Что, из роли надо выйти? Да. К этой роли я готовился долго, упорно. Роль тяжелая. Роль сложная, требует большой выносливости, смекалки, юмора, выдержки и самое главное не перегибать. Ради чего все это? Ради семьи, IPL, ради вас. Ради того, чтобы это был не первый и не последний сезон. Поэтому смотрите нас на официальном канале в YouTube. Ссылки, лайки, комменты туда. Приключения партнеров IPL продолжаются. Ведь у нас по программе крепкие слоновьи объятия. Я обнимаю слона! Вообще такой классный. Очень красивый. Невероятно мягкий, теплый, как в детстве. Обнимается так... круто вообще! Эмоции зашкаливают и очень классно. Он такой мягкий, пушистый. И первый раз! Это такое чувство не описать. Будьте здесь, будьте с нами. Ой, прелесть! Такая красота, еще жизнь не видела такой красоты. Такой тяжеленький, класс вообще. Блядь, меня не теперь. Такие крепкие мужские руки, хоть это и женщина. Отдала слону 100 ихних денег. И он взял меня и отдал хозяину. Это прелесть. Своими глазами, своими слышать ушами, покататься на этих слонах.
восторге. У меня просто вообще ни слов. Ну, такого я просто не видела. Делайте все промоушены. Ведь жизнь так проходит быстро, что мы не успеем смотреть, увидеть. И я вот падаю от этих сам, знаете, от таких вот эмоций аж качает меня. Настоящая качка еще впереди. Мы меняем локацию, меняем транспорт, меняем впечатление. Сабай-сабай. Мы сейчас посмотрим, что, куда мы поедем, конечно. Но я думаю, если нас будет так долго и медленно вести, вот как вылезет эта лодка, то тогда мы много сидим. Кого-нибудь едем. Вы чувствуете? Запахло жареным. А точнее, свежайшей рыбой, крабами и том-ямом. Мы в деревне морских цыган. Это все еще официальный YouTube-канал компании APL, а не National Geographic, как вы могли подумать. Я потрясающе в цыганском поселении. Легендарный, 200 лет истории. Знаменитости приходят. Тут мы отмечаем день рождения нашего президента. Все оплачено, all inclusive, но я не знаю, как его кушать. Ну, вообще-то еще нужны ножницы специальные. Надо ломать. Вторую ногу. Мясо должно вытаскиваться с клешни. Сил нет этого сделать. Нет никаких. Вот он. Да, вот. Это мясо краба. Что ж, давайте дадим партнерам APL спокойно насладиться тайскими крабами и прервемся на рекламную паузу. Как вы могли догадаться, в этом фильме мы можем воспевать только серию Accumulate Essay. Это флагманский продукт компании, который меняет к лучшему сотни тысяч людей по всему миру. Это уникальный продукт, который помогает партнерам выстраивать масштабный международный бизнес. Мне 66 лет. Когда люди меня видят, мне все делают комплимент. И знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что есть у нас с собой везде продукт, уникальный продукт, аналогов в мире нету. Очень сильно люблю и всегда везде, во всех абсолютно сумочках с собой, везде, во всех странах я ее с собой таскаю. У нас есть очень много продуктов, которые дают энергию, которые дают силу, продукты, которые омолаживают. И я жизни не представляю без этого продукта. Очень важно иметь этот продукт всегда и везде с собой. Также всегда с собой у участников клуба путешествий APL хорошее настроение и жгучее желание узнавать этот мир. Мы покидаем деревню морских цыган, чуть не забываем там нашего Маугли и отправляемся кормить макак-крабоедов. Очень прикольные обезьяны. Смотрите, он сейчас ко мне на ручки будет проситься. Да, почему они? Да, видите? Он ест на коре. С двумя руками. Он уже защитился. Вот такой миленький. Круто. Супер. Я ж детство впала. Ой, такие макаки интересные. И смотри, выбирай сам, что взять. Удивительно. Еще раз скажу, удивительно, удивительно, удивительно. Ощущения, такие зверюшки необычные. Привыкли собачек, кошек, да, кормить. Я знал, вот что я отниму. Обезьянок. Маленьких, тем более, таких. Еще ни разу не кормили. Как в сказке. Вообще супер. Вот уже сколько раз ездила, да, все это было, и на Бали был, там вообще на Бали нас тогда украли воду, отворачивали бутылку, да. Но вот здесь такие маленькие они все. Вообще поездка великолепная. Наверное, даже несравнимы ни с чем в предыдущем. Каждая поездка, как Сергей Сергеевич говорит, я всегда найду, чем вас удивить. Вы совершенно правы. Компания APL всегда найдет, чем вас удивить. Компания APL всегда заботилась, заботится и будет продолжать окутывать заботой и вниманием каждого партнера, который всерьез занимается бизнесом, несет философию APL в массы и осознает, что достоин всего самого лучшего. До встречи на новых событиях! APL!